На месте бывшей турбазы экономисты еще вчера корчевали пни, а сегодня развернулась строительная площадка. Здесь уже почти готов котлован под фундамент первого корпуса, в котором разместится начальная школа для 600 малышей. Здание должно быть сдано уже в этом году. И еще одна школа на 1200 мест появится на мехзаводе. Огромный корпус уже готов. Сейчас там приступили ко внутренней отделке. Новый абсолютно проект, и он будет... Мне кажется, очень интересный. Там большие спортивные залы, там очень красивый и большой концертный зал. Даже не могу его назвать актом, потому что он очень большой. Он будет насыщен таким серьезными спортядрами. Это можно будет заниматься и футболом, можно будет заниматься другими видами спорта. С 1 июня здесь стартует благоустройство. Оно пройдет в несколько этапов. Начнут со спортивной зоны. Начальник участка Виктор Тетерин в профессии уже больше 30 лет. За эти годы строил дома, офисы, детские сады и школы. Рассказывает, сейчас работа идет полным ходом. Заливают пол, штукатурят стены, фасад приводят в порядок. В целом сложности объект не вызывает, говорит строитель. Напротив, поработать здесь интересно. Для вас, наверное, как семечки уже такие получаются? Ну, есть семечки сырые, есть жареные. А здесь какие? Вкусные. Сейчас на строительной площадке школы на мехзаводе работают два подрядчика. Один производит внутреннюю отделку, другой отвечает за благоустройство прилегающей территории. Важно контролировать их взаимодействие, подчеркивают городские власти. Пока это удается. Строительство идет по графику, отставаний нет. Сергей Кизоркин, Мария Левина, Константин Головин, Василий Колдашов. События.